Всем привет! Добро пожаловать в Канаду. Я сегодня с новым форматом, так сказать. Я иду в магазин, не секонд-хенд, а это называется у нас consignment store, то есть это магазин, как комиссионка, созвучное слово. То есть вы сдаете туда свои вещи, и магазин их продает, и дает вам какую-то часть от той суммы, за которую он продал, какую-то часть забирает себе. Ну, естественно, как это бывает в любой комиссионке. Я наткнулась на их профайл в Инстаграме. Это магазин находится в моем городе. И я рассказывала вам уже несколько раз, что я недавно перебирала всякую свою одежду в шкафу. И, в общем, кое-что я, кстати, продала онлайн на веб-сайте, который называется Poshmark. Есть вещи, которые... Ну, там, в общем, свои сложности. Короче, я решила к ним зайти, посмотреть, принести кое-какие свои вещи. Плюс у них продаются очень интересные люксовые вещи. То есть, начиная от Шанель, Гуччи, Луи Виттон и кончая Зара и H&M и так далее. То есть магазин довольно большой, мне очень интересно посмотреть, что у них есть. Если они мне разрешат поснимать, я поснимаю. Нет, так нет, как, значит, этого видео не будет. Но если вы его видите, значит, наверное, они мне разрешили. Все, давайте пойдем внутрь магазина и посмотрим, что у них есть интересного. Так, вот так выглядит мой мешочек. Тут мои вещи. Это я беру с собой. Вот такой большой мешок. Я не собирала. Посмотрим. Я потом, может быть, расскажу, если они мне разрешат снимать. Что они у меня взяли, что не взяли. На чем оценили, что почем. Так, заходим. Ну что ж, мои впечатления о магазине. Магазин огромный. Очень большой. Вещей неимоверное количество. Просто вот горы вещей. Обувь, одежда, сумки. Есть люксовые, есть попроще. Я вам потом покажу витрину, где все там Луи Виттон, Гуччи и даже Шанель есть. Честно сказать, мое впечатление, ну, я удивлена, кто же все это покупает. Потому что я знаю, что очень трудно у нас продать что-то ношенное, что-то подержанное. Да, они продают за копейки. Они продают очень дешево. Ну, как за копейки? Не за копейки, смотря какой бренд. Допустим, масс-маркет, они продают очень дешево. А вещи подороже, они продают, в принципе, ну, за какие-то более такие дорогие цены. Вот я вам потом покажу сумки. Ну, скажем, за полцены, даже больше, чем за можно сказать, за четверть цены от цены магазина. При том, что вещи в очень хорошем состоянии. Я должна сказать, что я там вот рассматривала некоторые вещи, вытаскивала посмотреть. Вещи действительно в хорошем состоянии. Они ни в коем случае не берут никакой хлам. Вот, например, босоножки. Совершенно новые. Вы видите, подошва абсолютно даже их ни разу не надевали. Это хорошая компания. Стоят они не очень дорого. Выглядят очень симпатично. Практически новые. То есть вы можете купить новую вещь. По обуви это сразу видно, вещь новая или вещь не новая. Или даже одежду с этикеткой за, в общем-то, копейки фактически, и все абсолютно новенькое, чистенькое, ну, не новенькое в смысле, не все новенькое, в том смысле, что не с этикетками вещи, но даже которые не с этикетками, видите, они абсолютно в прекрасном состоянии. Это не секонд-хенд барахолка, где, в общем-то, сплошной там хлам и, можно сказать, мусор. А вещи действительно неплохие. Ну вот, видите, я вытаскивала, просматривала некоторые вещи. Очень есть хорошие, оригинальные. Вот, кстати, платье такое, не это желтое, а следующее, которое я сейчас буду рассматривать. Цену я не вижу, честно говоря, на озвучке. Я думаю, что вы видите лучше меня, сколько что стоит. Вот это платье, я думаю, что такое знакомое? Ага, платье из Зары. У меня такое есть платье. Вот они его продают за 16, по-моему, долларов. Оно совершенно как новое. Кстати, я даже совершенно забыла, где оно. Давно его что-то не видела. Может быть, я уже кому-то его отдала, потому что оно мне мало устало. Вот. Короче,
Да, много вещей, просто горы. Вот шла, обувь, платье, юбки, пиджаки, длинные платья на выход, вот такие вот на каждый день. Ну, действительно симпатичные, действительно в хорошем состоянии. Кстати, это компания J.Crew, вот это платье, оно в самом J.Crew, эти вещи, они довольно дорого стоят. И здесь как бы они вот за очень дешево продают. И, кстати, J.Crew, по-моему, магазин вообще в Канаде закрылся, так что единственное, где его можно купить сейчас, это вот в каких-то вот таких вот секондах. Вот, кстати, пиджак Тед Бейкер, это очень дорогой бренд. Они его оценили в $70, что, в общем-то, немало, но относительно чего? Потому что цена на такой пиджак, я думаю, в магазине Тед Бейкер будет $300, даже больше, наверное. Так что $70 для вещи, которая, в общем-то, совершенно как новая и выглядит как новая. Ну, вот, знаете, иногда в секонд приходишь, там какой-то запах такой специфический. Ну, в общем, как-то вещи видно, что они какие-то такие пожухлые, да? А здесь вот берешь вещь в руки, и не возникает ощущения какой-то годливости, чего-то, что это что-то старое, поношенное, что это какое-то вот чьи-то... какие-то, знаете, остатки, снятые с кого-то и в мешках отданные в этот магазин. Нет, вещи все производят очень приятное впечатление, очень чистых, очень новых, никаких ассоциаций, никаких таких неприятных ощущений. Ну, конечно, цены такие не совсем как в секонде, чуть-чуть повыше, хотя, если честно, вот, в принципе, сравнимы, я бы сказала. Ну и вот главная, так сказать, их достопримечательность – это витрина с люксовыми сумками. Вы видите все здесь: Louis Vuitton, Gucci много. Кстати, у них есть подтверждение оригинальности. Они где-то заказывают, каждая сумка проходит у них через какого-то байера, который подтверждает, что сумка оригинальная, есть номер на сумке. То есть, в общем, у них не подделки, да это и видно, собственно говоря. Ну, даже если подделки, то очень хорошие. Но нет, они дают какой-то сертификат, который подтверждает оригинальность всех их фирменных, брендовых, вот именно люксовых вещей. Так что тут, в принципе, как бы нету никакого подвоха. А вот эти сумки, они, в принципе, довольно дорогие, но это не люкс. Это, ну, бренды типа Michael Kors, Tory Burch, Kate Spade, это наши американские компании, Coach, которые, в принципе, в магазинах стоят сотни долларов, а здесь, ну, вот это там 125, по-моему, Kate Spade. Я думаю, что в магазине Kate Spade она стоит около 500. Здесь вот, допустим, 95 Coach. Coach очень дорогая компания. Я думаю, что тоже около там $400-500 она стоит в магазине Coach. Ну, может, я немножко ошибаюсь с ценами, но порядки такие. Ну и вот такая вот шикарная совершенно витрина. Здесь Gucci, здесь Chanel. Всяческие, вот видите, и снова Gucci, и снова Gucci. Ну и все, конечно, с сертификатами. Что касается цен, я вам потом покажу. Я попросила несколько сумок поближе посмотреть. И посмотрела цены. Тоже, конечно, они не все в таком прекрасном, хорошем состоянии. Некоторые такие довольно поношенные, но тем не менее, цена, конечно, несравнима с ценой в магазине. Ну, я имею в виду в бутиках Gucci и Louis Vuitton. Есть у них часы, есть темные очки, есть тоже брендовые довольно. Тоже по хорошим ценам. Там мелькнули часы Burberry. У них есть примерочные. Так что можно примерить. Единственное, что я не спросила, кстати, про возврат. Вот мне сейчас стало интересно, я подумала, я не спрашивала у них, можно ли возвращать эти вещи. И, знаете, я вот думаю, что сомневаюсь, потому что мне кажется, что в таких магазинах... Хотя вот в секондах есть возврат, может быть, у них тоже. Есть украшения, есть бижутерия, но ничего мне что-то не приглянулось, потому что, по-моему, нет никакого винтажа. Но есть, кстати, красивая, неплохая бижутерия и недорого. Вот бижутерия у них действительно дешевая, но отдел маленький. И я как-то особо не рассматривала. И везде стоит обувь. У меня такое впечатление, что у них какой-то завал обуви, и у них везде под любой полкой, под любой вешалкой стоит обувь. Наверху, внизу. В общем,
Кстати, про съемку я у них не спрашивала разрешения, я просто зашла, продолжая снимать, и так же и снимала, как бы особенно не запаривая. Ну вот не спрашивала и снимала. А вот Манола Бланик, по-моему, с довольно ношенные туфли. Так снаружи ничего, а подошва заношена. Ну и цена там в 5 раз дешевле, чем оригинальные. Вот босоножки Гуччи, тоже довольно такие поношенные, не модные, не современные. Подошва такая очень стертая, видно, что они как бы... Ну, подошва в любой обуви, если вы ее несколько раз надели, она уже не будет новая. Но, в принципе, так это снаружи они имеют довольно хорошее состояние. Пошла я спросить у девушки, как мне быть с моими вещами, которые я принесла. Вот она меня, значит, подозвала. Я объясняю мне здесь, какой порядок приема, что происходит у них. Я вам потом в конце видео уже из машины запишу, в общем-то, что к чему и как, потому что у нас тут диалог по-английски с ней идет. Вот, так что, да, потом вам объясню, что к чему. Okay, so if I come tomorrow, she already will go through this and... Yes, this will all be done. The only reason we have so much is because she couldn't come until today, so this is like all day's stuff. So she put the price? Yes. And some stuff maybe she... Yeah, so she puts a price on everything that we'd like to buy, and then we will pass on some items if we don't want to purchase them. And then once you come back, you'll get a text telling you you're ready. So you come back in and it's cash on the spot for the items we want. Oh, really? Yes. So it's not like I have to wait till you sell it and then... Yeah, no. Oh, so if you want something, you will pay right away. Right away, yes. Okay. I wanted to ask you, can I see some purses of that course, you have? Yeah. The white one, Louis Vuitton. Sophia, do you mind cashing this customer out too? Louis Vuitton? Yeah. The white one? Mm-hmm. Я попросила девушку показать мне несколько сумок, которые мне понравились. Я хотела их просматривать, посмотреть, что почем, что сколько стоит. Одна сумка — это вот белая с серым, вот эта вот клеточка Louis Vuitton. А сумка довольно в хорошем состоянии, без коробки, без мешочков, без ничего, без пакетов. $800 они за нее просили, что, в общем-то, не очень много. Ну, опять же, не очень много по сравнению с тем, сколько она стоит, эта сумка в магазине. Тоже, конечно, они дают сертификат. Она мне объяснила, что они дают сертификат. Сертификат Authenticity это у нас называется. То есть то, что сумка аутентичная, то, что это настоящая сумка Louis Vuitton. Ну, как бы симпатичная сумка. Немножко она такая, знаете, вышедшая из моды. Ну, как сказать, Louis Vuitton никогда не выходит из моды, но такие сумки были очень модны какое-то время назад. И вот эта сумка Gucci, которая мне очень понравилась, я видела ее у них на картинке в Инстаграме. Она стоит $500, но, как оказалось, мне, видите, вот я вам сейчас покажу, есть определенные проблемы с ней. Она такая стертая там на донышке. Но на самом деле, мне почему она понравилась, она очень необычная, оригинальная. Я, в принципе, таких сумок как-то не видела у них, у Gucci. Не видела, потому что это очень старый, это винтаж, настоящий винтаж Gucci. А я вот именно люблю такие вещи. Она какая-то не заношенная, не заношенная не в том смысле, что она довольно-таки заношенная, но не притерлась глазу. Вот та сумка Louis Vuitton первая, которую я смотрела, ее все знают, ее все носят, их очень много везде. А вот эту Gucci я не видела ни у кого, поэтому как бы мне вот понравилось. Видите, вот damage здесь, вот проблема с ней, что она стертая на донышке. Но не видела я много таких сумок, потому что это действительно сумка не очень новая, и как бы этим она, ну, на мой взгляд, хороша и цена. Да, еще что я спросила, можно ли с ним торговаться, потому что цена $800-$500, как бы я спросила, окончательная ли это цена, и она мне сказала, что сумки, которые у них стоят давно и, в общем-то, не продаются, да, на них можно предложить какой-то оффер и предложить хозяйке магазина, она его рассмотрит и, в принципе, с ним может согласиться. Вот, так что можно у них торговаться, это вполне себе даже возможный вариант. Ну, вот такая вот информация. Я дала девушке свой номер телефона, мое имя, с тем, чтобы они мне на завтра позвонили и сообщили, когда они уже рассмотрят мои вещи и решат, что они берут и что нет. Okay. Okay, where to sign? Here? Yeah. Thank you so much. Okay.
Thank you so much. You're welcome. Thank you. Bye-bye. Окей, значит, давайте я вам объясню, как это работает, потому что мы говорили по-английски, и вы, наверное, не все поняли. Значит, я оставила, у них есть байер, который смотрит вещи сразу, которые вы приносите. Я оставила свои вещи, потому что байера сегодня нету. Она сказала, я могу их принести завтра, или могу их там оставить, и завтра байер придет и посмотрит, и они мне протекстуют и скажут прийти забрать то, что они не хотят, или то, что они там оставляют или не оставляют. Теперь я так поняла, что они сразу, то есть то, что им нравится, они сразу деньги отдают, они оценивают, ставят сами цену, и сразу деньги отдают вам то, что они у вас забирают. Единственное, что я не спросила, какой процент они... Ну, собственно, мне не важно, потому что то, за какие деньги они выяснят в магазине, это как бы не мое дело. Они мне скажут, что вот за это платье они дают $20, $10 там и так далее. Но вы видели, я снимала, вы видели цены, вы видели сумки, которые я рассматривала. Там была одна сумка Gucci, которую я действительно очень хотела. Я их увидела в Инстаграме. Такая большая вот эта сумка Gucci, она стоит $500, и... На самом деле, мне она очень понравилась. Единственное, что я не видела на фотографии, что там есть дэмэдж. Я, собственно, для этого пришла посмотреть, чтобы посмотреть на нее. Ну, в общем, короче, там сумки Louis Vuitton, там есть у них... Ну, вы видели, в общем, я вам показала все. Я, наверное, потом вам расскажу, когда мне напишут или позвонят завтра. Я сниму продолжение о том, что мне удалось продать и что мне оценили и почем. Я единственное, что не додумалась эти вещи как-то рассмотреть, сфотографировать, чтобы вам показать, что я им отнесла. Может быть, в следующий раз я это сделаю, просто потому что я не думала, что... Я думала, что вот при мне же их сразу начнут разбирать и говорить мне, что они возьмут, что нет, и сколько что будет стоить, и я смогу сразу вот это снимать, процессы, так сказать, чтобы вы поняли, что к чему. Ну, в общем, вот так. Короче, продолжение следует.